27 октября в России отметят День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Накануне праздника в троллейбусном парке города Видное состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие те, кто ежедневно занимается пассажирскими перевозками по дорогам нашего города. Мы стараемся делать все для того, чтобы люди, садясь в наш транспорт, не переживали за свои жизни и понимали, что всегда они будут на остановке дожидаться транспорта, который их доставит до той точки, куда они стремятся попасть. В конференц-зале предприятия собрались люди, которые по-настоящему ценят и любят свою профессию. В честь праздника лучшие сотрудники были удостоены памятных грамот, а также награждены медалями в честь 90-летия Ленинского района. Вручается за долгий добросовестный труд сотрудникам, которые долго и на благо района работают на том или ином предприятии. Свою награду получила и Светлана Телегина. Трудовую деятельность она начинала за рулем троллейбуса в городе Энгельс Саратовской области. В Видновском троллейбусном парке она работает водителем уже 5 лет. Каждое утро нас узнают наши пассажиры, они с нами здороваются. Доброе утро. Дедушки и бабушки – это постоянные наши клиенты. Также из молодежи, которые ездят сейчас учиться на работу в Москву, тоже приветствуют нас, говорят: «Доброе утро, здравствуйте, как ваши дела?» В свою очередь, сотрудники троллейбусного парка стараются обеспечить комфорт и безопасность пассажиров на городских маршрутах. Сейчас здесь трудится 120 человек, а в ведении парка находится 21 троллейбус. В следующем году коллектив отметит 20-летие со дня основания транспортного предприятия. Знаю ваше предприятие, работал тоже на предприятии, электриком начинал работать, и шофером, и, в общем, сейчас мастер спорта по автоспорту. Так что это все мне близко и знакомо. Ну а сейчас вот от лица городского поселения Видное, от головы, я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Завершилось мероприятие концертом, организованным собственными силами. На импровизированной сцене выступили сотрудники коллектива. Меня, во-первых, мама привела в хор наш видновский, вот, можно сказать, за руку, потому что мама тоже когда-то пела, вот, и я за сценой где-то там бегала. Поэтому уже 40 лет я в хоре в нашем видновском. Кланяемся низко, счастья вам желаем, на веселье наше всех вас приглашаем. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.